Это, короче, произошел пиздец. Мне, знаете, как обидно, мне обидно до слез, я злой, потому что это неправильно. Ты даже не сказал мне «до свидания». Ты поэтому тут обижайся, не обижайся, честно говоря. Если рассуждать очень честно, я понимаю, что все в руках зрителя. Но, в всяком случае, я не собираюсь бегать ни за кем, понимаете? Ну, а как вы думаете? Я больше не расстроен, я больше зол. Я считаю, что это несправедливо.